знаком зодиака новый день крайне важно провести в спокойствии, оставив за пределами своей жизни все негативные эмоции. Овны, советы посторонних вам 13 марта принесут больше вреда, чем пользы. Прислушивайтесь к своей интуиции, учитывайте возможные риски. Мелкие детали важны для получения нужного результата. Не упускайте их из виду. Не откровенничайте с малознакомыми людьми, чтобы не выдать свой или чужой секрет. Тельцы, используйте свои контакты, устанавливайте новые нужные вам связи. Люди, с которыми вы познакомитесь, окажут вам необходимую поддержку в будущем. Проявляйте активность 13 марта, принимайте приглашения, посещайте новые места. Близнецы, общаться с окружающими вам будет легко и приятно. Вы сможете добиться поставленных целей в работе, однако звезды советуют не доверять окружающим, проверять всю информацию, искать дополнительные источники, прежде чем ими воспользоваться. Раки, ограничьте контакты, не пытайтесь усвоить всю поступающую информацию. Чтобы сохранить ясность мышления, общайтесь только с нужными людьми. Сконцентрируйтесь на своих задачах и не обращайте внимания на отвлекающие факторы. Удачный день для улучшения своего финансового положения. Львы, используйте в своей работе новые пути, альтернативные подходы. Ваша интуиция укрепит позиции и позволит получить больше, чем вы рассчитывали. Звезды советуют вам 13 марта внимательно читать все документы или бумаги, которые надо подписать. Могут быть неприятные сюрпризы. Девы, у вас впереди сложный и эмоционально напряженный день. Вам непросто общаться даже с самыми близкими людьми. Мешает непонимание и упрямство собеседника. Чтобы сохранить хорошие отношения, проведите больше времени в одиночестве. Постарайтесь работать удаленно. Финансовое положение улучшится. Весы. Поток дел и информации накроет вас с головой. Чтобы сохранить свою работоспособность, делайте перерывы, отвлекайтесь на приятные заботы. Также хорошо поговорить с друзьями, поделиться с ними своими проблемами, выслушать советы. Вечером возможны неожиданные встречи. Скорпионы, вы будете в центре внимания. Используйте удачное время для рекламирования своих навыков или талантов. Поделитесь интересными идеями с нужными людьми. При общении обращайте внимание на настроение собеседника, подтекст разговора. Не делайте преждевременных выводов. Стрельцы, старайтесь произвести хорошее впечатление на своих новых знакомых. Не допускайте вольности или непрофессионализма. От этого зависит ваш будущий проект «Финансовая поддержка». Решайте проблемы по мере их возникновения. Не откладывайте дела в долгий ящик, потом это станет еще сложнее. Козероги, снизьте рабочую активность и займитесь своими личными делами или тем, что доставляет вам положительные эмоции. Снять эмоциональное напряжение можно вечером в спортзале. Сходите на массаж, примите горячую ванну, усталость прошлых дней может дать о себе знать. Водолеи, вам покажется, что 13 марта окружающие говорят с вами намеками или загадками. Чтобы не совершить ошибку, задавайте прямые вопросы. Четко и ясно выражайте свои мысли или предложения. Работайте в своем комфортном ритме. Спешка и желание успеть как можно больше приведет к досадным оплошностям. Рыбы, поделитесь со своим близким человеком вашими планами, ожиданиями или сомнениями. Его совет или поддержка вам очень помогут, вернут уверенность и хорошее настроение. Также звезды советуют больше общаться с друзьями, обсуждать приятные вещи, обмениваться шутками. 13 марта всем знакам зодиака рекомендуется избегать обсуждения спорных вопросов, будь то в личных взаимоотношениях, бизнесе или на работе. Звезды знают, что говорят.